сообщаю, что ты оплатился пропуск. Можешь идти на бар. Сталкер, нужен человек для поиска клада. Щедро расплачусь за работу. Чё найдете стоит? Меня в баре. Выкладывай, зачем пришел? Oh, my God.
Внутри отдышался, поправился чуть, пошел смотреть, кто это с дверью баловал. Там комната большая, весь стол стоит, длинный такой, как шоссе. А у стола стул стоит, высокий такой, как башня. И тут кто-то зашептал у меня в башке, аж эхо пошло. Ты кто, спрашивает? Проходи, не задерживай. Я говорю, Ваня, кто-то шел, мне тут каждая собака знает. Тут снова зашептала. Ты говорит, Ваня... Отдохни, парень! Похлопал подарочек! Получил? Распишись! Она мне говорит, ах, водички, нету Вани здесь водички. Да и не нужна она тебе больше. Ну, блин, я говорю, как, ну, если нет водички, ну, так я пошел. Тут я попробовал сковать, тут все одно, или тварь какая тутошняя со мной заговорила. Там белая горячка, а край зоны сматывать. Она говорит, ты погоди, Ваня, делать все есть. Чудо спрашивает, мне надо чувствовать. Надо мне чувствовать. Я, может, и надо. Надо будет извините, не прочуешь. А тебя вот только перед самым двумя. Видите, только после того, как ты ломиться начал. У тебя что, новое специальное оборудование? Какое у меня оборудование? Говорю, нет у тебя ничего. Здорово, Меченый. Отличная работа. Значит так. Все, что нужно сделать... Получить второй ключ от лаборатории X-18. Здорово, Меченый. Тебе сюда нельзя. Проходи. Проходи.
Тебе... Хватит уже инструмент ломать, если не умеешь. Сталкер, нужна твоя помощь. Принеси мне ящик водки. И поскорей, пожалуйста. Иначе я умру. Знать, кто я такой, тебе еще пока рано. Поэтому водку положи в рюкзак, который спрятан в старом Запорожце. Справа от дороги по пути в бар. И если ты это сделаешь, я тебя щедро отблагодарю. Что это было? Это он со мной говорил? Жуть какая-то. Лучше, наверное, выполнить эту просьбу, но... О, спасибо, мужик. Выручил ты меня. Возможно, мы еще свидимся с тобой, и я тебе помогу. Ну а пока, запоминай наводку на один тайничок. Я о нем в голове одного сталкера узнал.
Если идти прямо в бар, то увидишь сухое дерево справа от дороги. И под его корнями найдешь рюкзак с хабаром. Ну все, бывай. И да, чуть не забыл. Если встретишь маленького контролера на болотах, не откажи ему в помощи. Фу, да лучше бы тебя и не знать вовсе. Еще и дружка своего сосватал. Я вам что, спасатель Малибу? Контролеров из запоя вытаскивать должен. Вот расскажи кому, да никто же не поверит, за идиота примут. Блин, похоже, мне пора самому выпить. Надо бы покушать. Thank you.
Говори, сука, а то узнаешь, как легко пуля пробивает череп. Не убивай меня! Твоего напарника сейчас будет вести на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю, мля буду! Ладно, мразь, живи. На глаза мне больше не попадайся. Эй, дружище! Или пушку на, или сам вали! Давай за мной, я знаю место для засады. Поможешь, буду благодарен. Долги в долге, возвращаю. Оружие к бою! Скоро тебя... Идут. Сейчас мы их. Пуля, спасибо, друг. Я, блин, уже с жизнью попрощался. Жив-здоров? Тогда возвращаемся на базу за подмогой.
плащ! Кто-нибудь, помогите! На помощь! Ну что, хватит, уже надоело мне уже жить, то надоело. А я вот в будке-то не могу, а спина-то болит, всё болит, сейчас вот тебе надо. А я вот в будке-то не могу найти, потеряв... Эй, солдатик, помоги нам, уроди. Я вот ничего не чувствую, ни рук, ни ног. Thank you.
обнаглел. Я, блядь, с зоны пришел, устал, а он курва меня отправил патрулировать лагерь. Да кто рискнет сюда пробраться? Не. Короче, пойду-ка я лучше. Лучше посплю. Нахрена мне тут торчать? Ребята, пожалуйста, отпустите меня! Не надо! Опусти оружие. Да хорош! Какая ж ты гадина! Задолбал уже все! Долбал, сволочь. Не мандражу, пацаны! Обходим! Ребята, пожалуйста, отпустите меня! Не надо! Я вам денег дам, да все отдам! Ну давай, типа, собирайся. Боров сказал отвезти этого болвана на старую фабрику. Да он уже достал в натуре! На этой неделе уже 3 раза туда! Тш, слышал? Ой, что-то у меня дурное предчувствие. Короче, не хочется мне из лагеря уходить. Угу. А у меня есть идея. А ну прыгай в яму, козел! Нет! Я не прыгну туда! Хоть стреляйте! Опусти оружие. Все, достал!
Нет хабара, нет базара. Чё нового, а? Так, балабонь быстрее, чё надо? Ну, за что перетереть хотел?